Короче, очень громко музыка, но это же надо так включать музыку. Hello, are you back, please? Ты подаешь сыра и дентро сервеса? Нет, этот. Стакан он нельзя выносить. Кружку здесь фирменную. Кружки нас на входе, вон видите, общупывают. Здесь фирменные кружки. И не дают, не разрешают, чтобы выносили ей. Мы такие думаем, ничего не себе. На входе не проверяли ничего, на выходе проверяют. Но мы не пошли, мы зашли туда. Мы сегодня целый день гуляем, я здесь, не теряйте меня. А вот. Нет, если вы хотите, идите посидите с Сашей, а мы пойдем к дворцу погуляем. Давай, сумку, а то потеряешь мою. Давай, я буду сама носить. Идите посидите, а мы... Отнесите в машину. Идите, а мы пойдем, и вот это тоже отнесите. И вот это тоже отнеси, ага. Ну, пирожок потом, чай попьем где-нибудь в баре, да. А мы пойдем ко дворцу сходим, погуляем. Выброси куда-нибудь мусор. Вот у меня руки заняты, хожу. Короче, мы расходимся, мальчики. Все. Ну, не потеряйте только. Хорошо. Все. Саша, я YouTube снимаю. Отрежиссируем. Так, ну мы с девочками пойдем погуляем. Очень сильно громко музыка играет там. Там даже взрослым сидеть не камильфо, да? У меня, я зашла, только зашла на входе, уже такая сразу голова заболела, такое напряженное состояние. А у нас ребенок просто испугался и заплакал. В общем, мальчики пошли пиво пить, а девочки пошли сейчас ко дворцу. Сашоник, пойдем? А мы пойдем сейчас побродим у королевского дворца. Саша у нас просится к дворцу. Пойдем фонтанчики сейчас. Посмотрим, что нужно завязать. А, хвостик, давай, вот сюда иди. Вообще мы приезжали сегодня вот из этой вот штуки. Фира Барселона. Здесь проходит продажа, аутлет. Скидочные от 60 до 90% разных, 40, по-моему, брендов различных. Мы уже сходили туда, погуляли, 2,50 евро вход. Это здесь уже выход, вход с другой стороны. Мы уже вышли. Ну, я вам скажу, что ничего хорошего там нет. Я, конечно, купила себе там сумку, прикупила, я вам потом покажу. И такую, знаете, дешевую косметику, что-то там... тушь попробую, что-то там, тени какие-то. Ну, такое все фейковое, по-моему. Вот. Ну, там были фирмы-то хорошие. Там вот я сумку купила Pepe Jeans фирмы. Но вот чтобы такие обалденные, когда мы расписали 90% скидки, то что-то я за 90%, на 90% ничего не видела. И такое все, ну... Не знаю, мне ничего не понравилось. Короче, ничего. Виталий купил себе кошелек только какой-то, я сумку и вот там косметику еще немножко, и все. И мы вот сейчас, мальчики пиво пьют, а мы сейчас пойдем в этот, ко дворцу походим, погуляем с девочками. Они у меня где-то хвосты завязывают. Я тут от них немножко отлучилась. Ну все, идем дальше, гуляем. Они вон у меня, сейчас я вам покажу, стоят в уголочке. Стоят. Пойдем в замок? Ой, а вы где? И вы уже... А, вы еще пиво не пили? Ну, неудобно, конечно, с этими. Конечно, конечно, отнесите. Что вам тут? Молодым-то. Да после спортзала-то не побегать. Идем мимо, проходим с Ольгой и увидели вот эту вот сосну. И говорим, какая она пушистая, какие длинные
У нее иголки такое вот, как будто она искусственная, как будто не настоящая. Такая вообще, знаете, как в китайских магазинах продают вот эти вот елки. Очень похоже. А у нас машина стоит. Я иду такого по мостику. Дорогу. Вон там он стоит. Вдалеке. Там, по-моему, Виталий сидит в оранжевой кофте. Это вот здесь поющие фонтаны. Ну, сейчас они не поющие, сейчас просто фонтаны. Они включаются, по-моему, в 9 часов вечера с этими разноцветными переливами, с музыкой. И вот это Королевский дворец. Но тоже народ есть, гуляет днем. Не то, когда фонтаны играют. Ой, хорошо, девочки, сегодня какое октября? 10-е, что ли? Я вообще в цифрах не... в числах путаюсь. Так, по-моему, 10-е, да, октября. И жарко, мы вот все ходим в футболках. Я сперва с утра опять... Утром у нас ночи такие уже прохладненькие. И с утра такой уже встаешь, такой свежачок. И утром встала, думала... Джемпер, что ли, одеть? Потом думаю, да нет, пойду кофту одену. Сейчас, кстати, переверну себя, покажу. И хорошо, что не одела джемпер, иду вот в футболке в этой желтой. И жарко. Ну, вот и я. Я, не знаю, видно вам, в бордовых брюках своих и вот в этой желтой маечке. Они очень хорошо смотрятся, очень хорошо подходят. Здесь шумит фонтан, возможно, меня не очень хорошо будет слышно. Ой, ну так хорошо здесь фонтанчик, прохладно. Идем, гуляем дальше. Если вам интересно со мной, то оставайтесь, что-нибудь еще такое прикольненькое покажу. Ну и если вообще вам доставляет удовольствие со мной бродить, и составлять мне компанию, как подружка с подружкой, то давайте погуляем. Очень красиво. Барселона, красиво. Я вообще люблю Барселону. Она меня вдохновляет. Не знаю, каждый раз приезжаю, Я же езжу сюда часто, могу и раз в неделю, и два раза в неделю, но я не устаю от нее. Я каждый раз приезжаю, и она как каждый раз вот так новая. Мы идем на эскалатор. На эскалаторе поднимаемся. Мои вон там бегают. И пойдем сейчас на самый верх. Что-то там такое, что-то типа концерта, непонятно что. Будем подниматься туда. Ну, очень много народу. Для чего они там собрались? Пойдем позырим. Мы поднялись к замку, еще не до самого конца. Ну, в общем-то, поднялись уже практически. Сейчас вам покажу, какой обзор отсюда. Какая красота. Барселона вся как на ладони. Да? Король вот так вот утром выйдет. Кофе попить. Слышишь? Ой, я говорю, король вот так вот утром выйдет на балкончик кофе попить, да? И вся Барселона как на ладони, да? Какая красота. Посмотри, красивый. Красивый. Фонтанчики. Идем сюда, зайдем. Так, мы зашли во дворец, я вообще первый раз.
как-то все время мне не удавалось попадать. Вот зашли мы в этот во дворец. И что тут? И тут ничего особенного. Какие-то пустые комнаты. Это, наверное, зал какой-то заседаний, может быть. Такого нету. Ты застала такое? Нет? Ну, у меня родственник когда-то там потерял, видишь. Но... Да, а тогда видно. Да, а тут видно картины расписали. Все прям открыто вообще. Я так понимаю, это одна. А, кстати, дверь, видите? Такое ощущение, что это одна и та же, да, женщина? Так, все, мы закончили свой осмотр достопримечательностей дворца. В общем, я рада, что я попала туда, сходила, понравилось, посмотрела. Барселона. Здесь вас и покормят, и покоят. Вау, какая красота! Обожаю Барселону. У нас мужчины пришли из, как это, Октоберфеста, пили пиво, пока мы по музеям ходили, между прочим, кто-то пиво пьет. И принесли нам такие калачики, чисто немецкие. А как они называются? Вот это бразер, бразер, что ли. Да? Но она такая прикольная на вкус. Я уже вон откусила, чуть-чуть решила заснять вам. А мы были в Королевском дворце. Да, там бесплатно. Мы все там обошли. Мы приехали на гору Монжуик. Ну, мы находились на Монжуике, просто мы перебазировались в другое место. Уже вечер, 7 час. И мы решили погулять. Кого замуровали? А, сейчас покажу. И мы решили вот в таком парке прогуляться. Выходной день. А, шестеренки от часов, да? Да, 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 ага, я снимаю. Солнышко такое сделано. По парку решили прогуляться. Сейчас вам море покажу. Красота. Это я, это такой джемперочек взяла. Это я себя снимаю, не тебя, не позирую. Я, Виталя, думаю, что его снимаю. Да, сейчас порт покажу, красиво очень. Уже такая джемперочек накинула, время, 7 час. Вот так, уже так, начинает немножечко бодрить. Ну, пахнет как море, красиво. И пахнет запах. Обалденный. Здравствуй, Ютуб! О, привет, Ютуб! Где наши, где? Там наши.
Наши где-то там их видишь? Пытаемся. Какая красота. Я со жвачкой. Прошу прощения. Да, поснимайте меня сзади. Прошу прощения. Ехали на машине, наживались этой вот кренделечка. Оно соленое. И взяли жвачку, поэтому выхожу иногда. Буду контролировать себя. Но иногда так получается, что жвачка во рту дает о себе знать чавканье. Привет, Ютуб. Привет, Ютуб. Аутфит. Как у меня аутфит? Виталий меня снимает. Не хочу. Одни операторы. Сейчас красоту покажу. Привет, Ютуб, скажи. Привет, Ютуб. Аутфит. Как у меня? Аутфит. Отлично. Не хочу. Одни операторы. Сейчас красоту покажу. Всякие лайнеры стоят. И море бесконечное. А здесь с какой стороны, Виталий, кладбище-то? Ну, справа. Оно. Справа, да? Да. Давай, а его ведь отсюда не видно, да? Ну нет, как бы. Оно на той стороне немножко, да, гора? Там такое старое-старое такое кладбище. Барселонское с этими, как их, со склепами с такими. Но оно такое светлое, белое такое, красивое. Все, прошу, все время прошу Виталию. Виталия, свози меня на кладбище. Так интересно посмотреть. Успеешь еще на кладбище. Успеешь еще. Так, ну все, мы, наверное, закончим на сегодня прогулку. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока. До скорой встречи. Всем пока. Пока? Ну, давай. До скорой встречи. Пока. Пока. Спидермен. Всем пока.